Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lucci.ru. Сегодня у нас необыкновенные комплектки от компании Циркон. Я прям, знаете, очарована им вот, до глубины души называется. Мне кажется, очень универсальная такая классика в современном ее прочтении, да. И вот эта вот работа на контрасте специально взяла самый, наверное, контрастный из всех комплектов. Знаете, как эффектно смотрится. Строгое кольцо, прям такой квадратик. А в сережках дали женской изюминки вот этого яркого, блестящего наверху натурального топаза. Теперь смотрим по модельке. Модель не тяжелая. У сережек у нас получается вес 14,54, то есть 7,5 грамм на ушко. Обратите внимание, что штифт ну, практически не занижен, совсем немножко. Очень хорошее открытие. Длина иглы, мне кажется, то, что надо. Где-то 6 миллиметров. Это как раз такая универсальная середина. И тыльная сторона штифта приподнята, сережечки не будут заваливаться. По длине, опять же, такая хорошая. Вот средняя часть для кого? Для тех, кто любит крупные, будет чуть поспокойнее. Для тех, кто любит мелкие, будет чуть покрупнее. Посмотрите, как эффектно смотрится. Красота натурального камня и блеск натурального камня наверху. Шикарные прям изделия. И колечко. Для тех, кто, например, нужны строгие украшения, ваш вариант за счет кольца. Для тех, кому яркие, нужны за счет сережек. Я говорю, прям комплект универсальный и на праздник, и на пир, в мир и в добрые люди. У меня в руке змеевик размер 20. А, камушки все без подложки, показываю вам, да, очень хорошая конструкция, видите, он немножко приподнят, то есть вы не будете кожей цепляться камушка, да, он будет немножко парить над вами. Ну, 20-й, конечно, он мне вот 19,5 плотновато, но вот у кого пальчики без подушечек, еще раз покажу, прям честно, даже не знаю выбрать, какая гамма интереснее, да. Посмотрите, как вот с однотонным каким-то любым костюмом вы прям заиграет и костюм, и комплект. Реально крутые комплекты, прям вау-вау. Дальше мы смотрим. Очень редкий камушек у нас тулит. Такого, видите, прям нежно-нежно-нежно-розового оттенка. Размер 18,5. Ну вот я меряю размер на размер. Оно, конечно, мне село, но вот как-то, видите, пережимает немножко. Я бы все-таки брала его на пол размера. На пол именно размера 18 больше. Или даже на размер. Вот сейчас я померила на размер больше, да, и получается мне на 17,5, но летом рука течет и будет самое то. Опять же, посмотрите, вот такая нежная розовая пастель и сочная аметист. Насколько красиво, эффектно смотрится. Я говорю, к любой однотонной одежде это прям вот чарующая сказка. Дальше у нас идет жадеит. Вот оно, колечко. Размер 19. Примерила на 18,5. И у нас с вами с ним стоит там цитрин или топаз. Желтый цитрин. Посмотрите, желтый цитринчик. Работают они на контрасте, но смотрится прям божественно, как эффектно. Не знаю, мне очень нравится. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но иногда устаешь от такого большого количества цветочков, всяких растительных орнаментов, а здесь прям такая строгая классика. 17,5 нефрит, ну и по цветам, конечно, они прям всем угодили, да, вот мы уже с вами меряем, и все, размерчики-то разные. И тоже желтый цитрин, посмотрите, как красиво. Дальше два красавца, родонит с аметистом. Родонит с аметистом у нас 18 размер. Я говорю, по цветам прям разбежка очень хорошая. Смотрите, какая прелесть. Причем обратите внимание, что вторым кольцом вы можете одеть как любое кольцо с родонитами, так любое кольцо с аметистами, так и любую гладкую бескаменку. То есть у вас комплект прям будет работать совсем. Например, вам не нужно вечером, так, днем такой яркости. Вы взяли конго, обычный совершенно, и надели с колечком из чароита, размера 19, да? А вечером, когда вам куда-то надо пойти, вы взяли с собой в сумочку сережки, опаньки, и вы такая красотка. Так что заходите, выбирайте комплекты бомбические. А мы вас ждем в нашем магазине. Всего самого хорошего!